переплачивать за покупки. EPN – это кэшбэк-сервис, который возвращает до 18% стоимости покупки. EPN помог вернуть уже более 1 миллиона рублей тысячам довольных пользователей. Регистрируйся и начинай экономить уже сейчас. Ссылка на сервис. Ребята, всем привет, с вами Алексей. Вы на канале 53 регион. Пришел вот очередной маленький пакетик. Стоимость товара в этом пакетике у нас 170 рублей. Срок доставки, ну, около месяца где-то. В этом пакетике у нас находится два джека на 6,3 мм, разборные, для самостоятельного монтажа на провод. Вот так разбирается. Здесь у нас пластмассовая такая вот втулочка. Здесь, собственно, контакты, куда можно самостоятельно закрепить провод. Также вот здесь имеется такая пружинка, чтобы провод не переламливался при эксплуатации. Вот она гнется вот так, растягивается. Собственно, как вы знаете, в основном металлоискателей джек вот такой большой, а наушники служат недолго. Чтобы была возможность починить наушники, заказал два таких штекера, чтобы можно было заменить провод и штекер приделать. Конечно, на AliExpress выбор таких штекеров достаточно большой, всякий, там полно их. И позолоченные, и, короче, и керамические вот тут как-то сделаны. Не без... Ну, короче, выбрал такие среднего ценового сегмента. Думаю, потянет. Ссылочки, как обычно, оставлю в описании. С вами был Алексей. Увидимся в следующих видео.